считаю книжку очень полезной для поставщиков, которые хотят действительно работать с торговыми сетями, потому что мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда одно и то же предложение по всей сети предлагается одинаковое, без учета стратегии, которую развитие стратегии самой сети, и без понимания, даже без включения магазина в сети, и понимая, что там у нее происходит на полках. Поэтому нам, как сети, было бы гораздо быстрее и удобнее работать с теми поставщиками, которые подготовили свои коммерческие предложения, учитывая те рекомендации, которые дал Дмитрий в своей книге. Спасибо.